Жан, поздравляем с победой, поздравляем с первым голом в составе Минского «Динамо». Насколько тяжелым был матч, расскажи, пожалуйста. Ну, не так тяжело. Сейчас погода нормальная. Поэтому, ну, игра была хорошо, только поле чуть-чуть тяжело, но нормально было. Но лучше, чем играть на синтетике? Не, здесь лучше, конечно, лучше на натуральном, но тяжело сейчас. Там чуть-чуть дырки, но нормально. Тяжело было сегодня играть против Слуцка? Команда удивила с точки зрения тренерского плана на игру? Да, они хорошо, ну, пас делали, ну, типа. Но у нас только мы концентрировали только на победу и все. Ну. Очень красивый гол забил. Расскажи, о чем думал перед тем, как сделать этот удар? Не, я просто видел, что вратарь был высоко, а я чихнул просто. Что помешало забить еще через минуту? Саша. Что помешало забить еще через минуту, когда у тебя был следующий момент сразу же? Ну ничего, я просто, ну, я нехорошо попал в мяч, поэтому... Следующий матч будет в Бресте, динамовское дерби, очень тяжелая игра будет, как обычно. Уже это понимаете, готовитесь, правильно? Ну, конечно, дерби это... Надо выиграть дерби, все, больше не надо, все. Спасибо. Спасибо большое.